Не, наверное, мы туда даже не пойдем. Вот это у меня пукал. Чё такое? А, я кого-то спугнул. Это грёбаные ската... Ската с хрену... Птицефабры или как? Птероскопы. Скаты с крыльями. Даже надо было такое придумать. Какую траву? Остается только догадываться. Они курили? Никто не знает. Главное, чтоб дяденька не видел. Мы сейчас у него все тут подрежем. Ему это не нужно, вы видели его лицо, зачем ему еще что-то? Я бы утащил верстак, но видите, верстак я не могу утащить. А черт, он идет назад. Палево. Мы тут с пацанами присели, что-то сидим тут, курим траву. Мужик, давай, я думаю, тебе надо это прогуляться. Куда-нибудь вон туда, да, сходить, сюда сходить. Нет, что-то дяденька застрял. Ой, я даже не могу пройти через него. О боже мой. Давайте сделаем так. Ага. Все. Нет. Да ты чё, блин, делать-то будешь? Ты выпустишь меня или нет? Все, мужик пошел. Все, молодец. Молодец, красавчик. Я взял у него какой-то меч крутейший. Смотрите, не знаю, что это такое. Баптистский арамид баллистикс. Баптистский меч. Плазменный резак. Ух, какая штука. Даже круче, чем моя сабелька. 137. Хотя не, моя сабелька даже покруче. Ну давайте заценим. Давайте заценим. Главное мужику не показывать. А он даже не признал. Ну тупой, как пробка. Что можно сказать? Как убить дикую псиду? На! А, тут раскопки какие-то, нифига. Дикий. Чё там случилось? Что такое? Что меня торкает-то? Кто-то пытался... Дикие псиды, видите, пытались закопать чувака. И в итоге какой-то мужик пришел с лопатой, тоже хотел это сделать. Ну, короче, он сдох, видимо, и дикие псиды так и не смогли закопать чувака. Они так лопату оставили. А мужик просто помер от сердечного приступа. Все же понятно, очевидно. Преступление раскрыто. А, вот, видимо, тот, кого хотели закопать. Он так и не дошел до своего места, где он должен был покоиться. Сейчас я покажу вам, как надо вставлять правильно. Берете, короче, штуку. О, и вставили, видите, все, ништяк. Сейчас красное на синее поменяется. Или нет? Что-то надо отойти, наверное. Викарий пусть стоит, его, если что, сила веры в живых оставит. Если вдруг взорвется все к чертовой мать. Вихревая булава. О, 242. Специальный эффект нокдаун. Что нужно боксеру, как не нокдаун? Давайте купим. Даже без разницы, сколько она стоит. Если даже без штанов нас оставить придется, я обязательно куплю ее. Зацените, какая штука. Вот это мощь. Надо на ком-нибудь проверить. Нет. Что-то не получилось. Очень неплохая вещь. Мне нравится. Вы видали, сразу пол хп я почти 80% жизни у нее снял с одного удара. Бе. У меня есть одна мысль. Но она вам точно не понравится. Давайте поможем инженеру, чтобы она это... Все, чтобы все вышло из нее, грязь и нечисть. Ой. Ой, репутация ухудшена. Голова отвалилась. Ладно, загружаемся. Но это было хорошо. Слушайте, ну, отлетающая голова, она всегда забавно выглядит. Что бы вы ни говорили, украсть... Ой, ничего не позволяет. Вы видали-то? Это просто пипец. Чего вы позволяете себе? Да ничего. Хотя, у меня есть еще одна мысль насчет этой брони. Где этот чувак? Где же этот чувак? Он же у нас хакер, пусть и ходит. Ай-яй-яй. Вот пусть хакеры ходят в розовом костюме.
О, мужик, я вижу, у тебя крутой автомат. Ты не хочешь поделиться деньгами? Поговорите с Уберманом Бетфирн. Фу ты ее. К счастью, у нас свободный порт. Так, заплатить 10 тысяч битов на V-ключ с Тейлорбой. У меня нету столько денег. Там мне придется продать почку Викариуса Макса или эту чувиху на органы пустить. Попробовать скрыть сейф, да? Посмотреть, что там. Что там вообще? Что там? Черт. Меня спалили. Я ничего не делаю. Прикрывайте меня, пацаны. Я пока сейф скрываю. Подождите. Сейчас. Цифровая печать корпорации. Отлично. Макс, ты что сделал? Записи бомжа. Так это же мой дневник. Понятно, ладно. Клетка. Это не то, что нам нужно. Браслет. А, это же я тут бухал. Вот точно. Точняк. Совсем забыл уже. Все пропил, все мозги. Викари, ты уже тут, красавчик. Я, правда, не знаю, зачем я сюда опять вернулся. Сейчас на меня нахлынут плохие воспоминания. И все, и будет плохо. О, мужик с какой-то фигней на голове. С планеты. Чё? Мужик, у тебя шарик на голове. Порой я сбиваюсь. И что же вы продаете? Добрые сердца. Все так. Что вы все смотрите на меня, господи? Смотрите на этого чувака. Хочу спросить тебя про шляпу. Где мне такой же даст? Я бы взял, не знаю, почему нет. Мне вкатывает. Говорите, я вас не слышу. Ой, блин. У вас все хорошо. Ой, пипец. Так, давайте посмотрим. Вам хоть что-нибудь. Отлично. Как вы чистите зубы? Сейчас мы чувака до суицида доведем. Don't miss out on these deals. You'll find trouble sleeping? Try our lunar eclipse mix. That the blast will send you through the stratosphere and the crash will not. Примерим сначала на себя. Так, Павати, как я смотрюсь? Смотри. Ты главное смотри на лицо, в глаза мне смотри. Оп. По-моему, сексапильно. Я даже лучше стал выглядеть. В 10 раз, мне кажется. Как тебе? А тебе как викарий, Макс? А тебе как мужик? Как тебе? Вкатываю я? Как тебе? Маска моя. Маска-невидимка. Как это бывает иногда. Дверь закрой. Пипец. Вот всегда мне мешают, когда я работаю. Пипец, Макс, ну ты вообще просто извращенец. Давайте подкрадемся к жука-гусенице. На ящерицу похоже. Но! Это что было такое? Жука-гусеница кинула гранату. Вы видали когда-нибудь, чтобы жука-гусеница кидала гранату? Это что-то новенькое. Не, ну я всяких видал жука-гусениц, но чтоб кидали гранату, это конечно, что-то техника ушла далеко. Да отвали ты, мужик, я занят. Пацаны, занимайтесь. Занимайтесь этим, разборками. А я пока зайду, посмотрю, что тут есть. Махач. О, плазменный резак. Это что, картридж сбитый? Защитная одежда со страховкой. Что там происходит? Давайте же посмотрим на битву. Битву наших чуваков. Ладно, они походу победили. Ничего тут нету интересного. Можно, значит. Лидия убегает. Лидия убегает. Викарий. Викарий лёг. Как же так, Викарий? Давайте поможем Лилию завалить.
бах тебе в лицо, Лилия. Лилия, кстати, не такая. Ухудшая. Поговори с Лилией. Лилия взяла, Виталий завалила моего Макса. Я могу скрывать зады. Давайте этому дядьке вскроем зад. Смотрите, подходите и зад скрывать начинаете. У него даже не паль. Поверьте, видали, как тяжелые боеприпасы. Когда надо будет стрелять, окажется, что у него нету патронов. Так, вы готовы, пацаны? Поехали. Какой-то лошара просто. В квадрате, ох, в квадрате. На тебе. А ну-ка, разберитесь с ними. А я пока тут постою. Ах ты ж говно. Наконец-то хоть битва какая-то началась. Спустя 1000 лет в этой игре. Элли убивает. Элли что-то сдается быстро. На тебе. Давайте жахнем. Чуваку в лицо стрельну. А ты кто такой? Давай, давай, драться будем. Давай. На тебе. Ну-ка иди сюда, мужик. На тебе. Все, что ли? И это все? Что-то я не могу понять, что тут бандит-снайпер что-то там рассказывает. Бандит-снайпер тут... Главарь банды, нифига себе. Давайте нагло соврем. Говорю, банда. Сейчас я, подождите, подожду, говоря банды. Его нужно тихо убрать. На! Просто главарь банды слился с одного удара. Даже надо быть таким лохом. Какой же он главарь-то банды? Я вообще не представляю. Какой из него главарь? Скажи, как тебя зовут? Элли. Скажи, Элли, какой главарь банды, если он с одного удара слег? Не качался вообще, чувак. Просто лошара. Мужик, ну ты вообще тряпка. Просто тряпка. Хуже главаря банды я еще не видал. Ты в топ самых неудачников ходишь. Наверное, второе место вот. Я спущусь сюда. Давайте грабанем жопу этой чувихи. Так, все тихо. Шш. Так. Отлично, отлично. Просто мастерски сработана работа. Заходим. Гребаная тупая дверь. Заходим в хату. Заходим в хату. Все, закрываемся. Тупые, блин, мои. Как вы меня достали? Непрофессионалы хреновы. Почему вы все время вламываетесь ко мне и палите мою контору? Я вас разжалую в микробов. В тараканов будете у меня тараканами. Понятно? Оба, две. О, привет. Я там случайно, я туда зашел случайно вообще. Я не знаю, как-то дверь сама открылась, короче. Вы все видели, да, вы можете подтвердить. Давай, Феликс, покажи себя, как ты можешь. Красавчик. Феликс. Откуда у Феликса-то гранатомет? Я что-то не понял. Нифига себе. Крутая штука. А где Макс? Давайте, Феликс должен показать себя. Феликс, красавчик. Феликс, я в тебя поверил, ты действительно мужик с яйцами. О, мужик какой-то. Мародер главарь. А вон там мародер дозорный. А давайте наших отправим, пацанов. Пусть убивает. А я постою тут, потуплю. Может, сейчас кому-нибудь подкрадемся. Пойдемте пока. Наши пацаны атакуют. Мы пойдем. Что-то они его уже убили, пока я к мародеру дозорному иду. Черт, меня спалили, кажется. Нет, мужик, ты меня не видишь. Ты должен сделать вид, что ты меня не видишь. Черт. Ой, о, какая-то пушка у него покруче, чем моя, по-моему.